Всем привет! Извиняюсь. И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш турагент Альберт Вескер на борту великолепного роскошного судна Гелиоса, созданного Николой Теслой и его компанией Warden Cliff во вселенной игры Close to the Sun. Как вы помните, в прошлый раз мы побывали в роскошном, прекрасном театре, и местный маньяк-театрал нам устроил неплохую экскурсию за кулисами большой сцены. Как сказать, устроил экскурсию, пытался нас зарезать, нам пришлось убегать от него в спешке. Вообще не понимаю, как Людвиг там заказался, реально. Вроде бы, хотя мы открыли ему путь к монорельсовой системе, может как-то он ее починил. Все может быть, но с другой стороны, единственный путь в этом направлении был подорван у нас. Как он нас обогнал, непонятно. Хотя, может быть, он нашел другой путь. Черт знает. Но, как говорится, надеюсь, мы его больше не увидим, хотя я сам прекрасно знаю, что он там будет дальше. Ну, сами подумайте. Маньяк-убийца с ножом Джек-потрошительский просто ушел в огонь. Как по-вашему, он там умер, что ли? Как такого не бывает? Это старое клише, он выживет. Будет обугленный, но выживет. Это я и так сам понимаю. Это не спойлер, это просто реальный факт. Я так понимаю. Но это уже предсказуемо. Ну это, хотя чисто моя работа как моя хобби-критика, может, не умеет подсказывать, черт знает. Ну ладно. Давайте с вами тогда сейчас продолжим, но прежде, по традиции новой, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк этому ролику, а также написать комментарий по поводу сегодняшнего прохождения, ну и, конечно же, не забудьте подписаться в Дискорде, ВКонтакте, ссылочки найдете в описании, там идет сейчас опрос и обсуждение, рекомендую туда заглянуть, чтобы нам помочь решить одну проблемку. Что ж, ребят, ну а сейчас мы с вами отправляемся! Вот! Хороший! Реально, мне он очень нравится. Посетители и новоприбывшие часто теряются на борту Гелиоса. Да. Основные секции корабля расположены. Если вам грозит опасность, бегите. Все те, кто пытался остаться, чтобы дать отпор, давно мертвы. Не повторяйте их ошибок. Будьте быстрыми и старайтесь думать на ходу. Слушайте, я умею думать на ходу. Главное, чтобы система игры думала на ходу. В принципе, кстати, мы с вами обнаружили такую забавную вещь. Если мы скинем все настройки до минимума, то мы, в принципе, можем нормально бегать. Раздор Эриды. Ой, только не Эрида, вы издеваетесь. Я был поклонником греческой и римской мифологии. Эрида... I have a confession to make. Ну, признай, Вася. I told you that I had a family, but I don't. That was a lie. I'm a liar, Rose. I'm sorry. That's okay, Aubrey. Она у всех когда-то была, Aubrey. Даже у тебя. Как ты появился же, видимо, на свет. Glad to hear it, because I'm afraid you've got a bit of work to do before you can get to my end of the engine halls. But of course I do. What a surprise. Where do I go? Make your way to the local engine hall. You'll have to find a way to the other side of it. Yes! The power couplings, Benny! Hey, Rose. I gotta sort this out. I'll be back in a jiffy. Just don't... Don't what? Aubrey? Что не? Aubrey! Great. То есть он имел бы не отключаться, но сам нас отключил. Красота. Ну, зато мы знаем, что здесь относительно спокойно и безопасно. Относительно. Я ни за что не ручаюсь. Ой-ой-ой. Судя по... Кстати, пока... Давайте мы с вами так договоримся. Пока у нас с вами все неплохо, будем оставаться вот на этих вот настройках.
Ну, пока нам не появится то, что нужно эти настройки скидывать. Договорились? Договорились. Судя по этой дыре, здесь побыла наша система инкубации. Наша система иммунная, иммунная система. Да ну. Нет. То есть вы хотите сказать, что тут что дело включается, то выключается, и мне нужно в этом разбираться. Ну, красота, ну спасибо. И, конечно же, где-то я, машинное отделение. То есть, подождите, я вернулся практически туда, откуда начал. И вот... Включи, пожалуйста, снова свет. Спасибо. И там 50... Подождите. Kitchen, Travel, Football, Cafe, Вершир, Cargo. Но... Ну ладно, если вкратце, мы находимся в зоне недалеко от спасательной капсулы. Зоны, где мы можем, в принципе, что-то найти для себя. Я не против. Я даже рад этому. Частично осознавая это. Так. Это цепи. Что они держат? Ладно. Не будем трогать кубики. Просто идемте. Ну чё сейчас какая-нибудь беготня будет? О, приветствую. Мистер Тесла, я так полагаю, да? Мне это все не нравится. Помяните мое слово. Ну ладно. Действовать будем по ходу игры. Кстати, сколько здесь? Все 4 листочка. Так, нужно включать, как только будет зеленый. Ага, это проход туда. Значит, иду туда. Потому что здесь что-то всех убило. Соответственно, мне сюда по логике вещей. Технически не уверен. Не уверен в этой логике полноценно. Ну, а у другого у меня нету. Ага, это наверх. Ладно, допустим. А там я что найду? Там я открыл. Вот мне идти в этом направлении. Ой! Я не знаю, что случилось, но походу я упал. Да. И мосток я открыл, да? Ну ладно, давайте до сюда сходим пока что. Ага. Да, нам сюда, значит. А там что у нас? А тут у нас что? Девушку раздавила. Она упала. И оказалась там. И там целые... В общем, у нас здесь два пути. Либо идти там, либо идти здесь. Ну ладно, давайте пойдемте туда, куда нас ведет игра. Это же игра нас ведет. Тут какой-то мужик возился с запчастями. Он помер. Давайте же поможем. Скорее всего, занимались починкой. Тут тоже полно огня. Будет забавно, если Людвиг нас тут найдет.
Отдел технического обслуживания номер 230-2318. Заключение инспекции провалено. Заметки инспектора. Как эти предохранители еще работают за гранью моего понимания? Взгляните на них. Они держатся на соплях. Но нет, меня пугает. Вы понимаете, что произойдет, если они выйдут из строя? Сначала случится перегрузки панели D12. И автоматический выравниватель давления перестанет получать актуальные показания. В нормальной ситуации, чтобы привело к срабатыванию термотриггера, который предотвратил бы дальнейшее усугубление ситуации. Но поскольку термотриггер отсутствует, этого не случится. В результате катастрофического повышения давления в сливных резервуарах произойдет взрыв класса C+. И это приведет к жертвам от 4 до 10 человек в зависимости от смены. Если вам нравится шутить со смертью, по крайней мере, имейте совесть сказать об этом открытии, мудаки. Обри Кинг, технологический отдел подразделения технологического обслуживания. Слушайте, мы, по-моему, ее находили в местном, как это называется, актуарии, как, не знаю. Не уверен. О, вот опять этот символ. Я везде его наблюдаю. Везде. Этот символ везде. Каждый раз я его наблюдаю. Что с ним делать, я не представляю. Ладно, идемте сюда. А, я не могу тут пройти. Так, стоп, а что я здесь тогда делаю? Для чего я вообще здесь все это дело протаскиваю? А, чтобы письмо. Это же... Да, это как раз это письмо. Но не только же из-за того письма мне сюда идти. Как видите? Или да? Ну, если только из-за письма... Нет, подождите, вот лестничный проем есть, но я... А, лестница повреждена, я не могу забраться. Ну, красота, спасибо. Эта зараза еще и сломала лестницу. Кстати, с другой стороны, не ли винить ее, она же стремится всех убить. А нам приходится выживать. Это если что, я про иммунную систему говорю местную. Там наверху ток идет, то есть мне нужно будет через ее как-то проходить. Ну ладно, пройдем как-нибудь. Не впервые? Не впервые. Идемте. Красота. Тут кого-то током ударило, и тут кого-то тоже. Притык сюда, давайте. Я надеюсь, правильно прошелся, потому что... А, тут без разницы, в какую сторону, да? А, нет, есть разница. Подожди, давайте дождемся, когда будет свет. Да, все, спасибо. Роуз? Aubrey, да. Can you do something about the power coming and going? I thought you had that area covered. There's a bit of a hiccup with this. With a large electromagnetic distribution coil, it seems to be pulsating. Yeah, that means nothing to me, Aubrey. Speak plainly. Rosie, we are harvesting electricity from time itself. This shit is complicated, okay? You just find a way forward and don't die. Ah, great plan, Aubrey. Your best work yet. You hear that, Benny? Rose is giving me attitude. Красота, наш друг, который здесь уже сколько лет... С ума сходит. Он с ума сошел и говорит со своим безумным коллегой. Учитывая, сколько здесь трупаков, мне это не нравится. Но ничего не остается. Ох.
Красота. Ну, смотрите, здесь у нас всего 4 документа, которые нужно найти спокойненько, посмотрев на все это дело. Как же мне не нравится этот звук. Мне реально не нравится. Ой, только не говори, что ты решишься сейчас не сходить. Не светило. И объясни, зачем тебе этот круговорот? Я не совсем понимаю, что он тебе дает. В чем смысл? Или тут что, кто-то или что-то должно было быть? Потому что я ничего не понимаю. Она почему-то здесь вот решила перейти. Вопрос, зачем? Поломанные лестницы, коридоры, переходы. Я ничего не понимаю. Если только нам не вот сюда. Ага. Это такой сокращенный путь, что ли? Да вы издеваетесь просто. Хотя, с другой стороны, вариативность путей. Так, вот мне не нравится то, что здесь тьма. Реально, мне это... О, приветствую. Что за совет директоров? Они куда-то смотрят. Куда-то туда. И вот все они здесь в конечном счете полегли. Зачем? Мне даже повезло. То есть они пытались спасти, что ли? Жалко, конечно, всех придавило. Ты знаете, логичнее было бы, если вот эту кнопку бы они поместили в другое место. О, да уж. Ладно, идемте сюда. А куда еще остается? Тут есть что-нибудь еще? Тут еще есть путь наверх. Давайте наверх тоже взглянем. Я не знаю, куда верхний путь ведет. Можем ходить поверху, можем ходить понизу. Давайте пока понизу походим. Чую, кабинет же не просто так открыт. Эту я включить пока не могу. Опасно. Опасно. Ток, переток. Сейчас постоянный источник тока, который кончается, чтобы открыть путь сюда. То есть мне это надо делать на скорость, что ли? Ладно, допустим. Не уверен, чем это мне поможет, но хотелось бы попробовать. Так, ждем. Ну, чтобы здесь не было Людвига. То есть я практически это открыл, да? Ладно. Ну-ка, давай. А. Я сделал все правильно, но все равно не вышло. То есть...
О, смотрите-ка. Они что-то создают. В общем, мне наверх, значит. Ясно, значит, вниз я ничего сделать не могу. И черт, как говорится, с ними. А я думал, смог открыть себе проход. Или, может, я открыл наверх проход какой-то, которого не было. Заметьте, они до сих пор здесь что-то обсуждают. Потом исчезли. Причем не все секции горят. Что-то есть, что-то нет. Это спуск вниз. А это еще обход вот всех вот этих зон здесь. Тут обвал, тут развал. А там дверь, в которую надо как бы войти. А это спуск, это обход. И никаких пока документов даже нет. Ну ладно, давайте спускаться. Я просто уже, знаете, как-то привык, что ли, наверное. Не знаю, как это правильно можно назвать. Ой. Красота. Так, я ни черта не вижу. Если кто-то что-то видит, то я не вижу ни черта здесь вообще. Да, жуткая душка. Нет, она мне нравится, реально нравится. Ну, знаете, атмосфера страха. Ты чувствуешь себя маленькой девочкой. Давай уже. Бегом наверх. Роуз, ты там, Роуз? Да, я все еще здесь, Аукри. Я пришел через engine hall. Что теперь? Вперед есть гидравлика и pressure control. The distribution coil is boiling the storage tanks, so you're going to have to reduce the pressure in order to get the security doors to open. Find the pressure valves, Rose. Turning them should bring the pressure down. Okay. Find the valves to reduce pressure. Got it. Doing great, Rose. You're almost here. Okay. Talk to you in a bit. Опять Тесла ходит. Но это уже Тесла, я его узнаю. Снизьте давление... Подождите. Давление воды, поворачивая правильные клапаны. Ага. Какие мне клапаны поворачивать? Надеюсь, мне не надо тут бегать от кого-либо. Хотя... Это проблематично. О, мне вам почта. Спасибо. Это ведь Тесла, да? Прими удар и беги. Помощи жди. Что за бессмыслица? Подождите-ка. Rail with the hit the gun. Oh, and run. The goes win the cam. Прими удар и беги. К помощи беги. Это имелось в виду. Или к помощи приди. От кого бежать-то? И это даже не то, что мы должны были узнать. Слушайте, учитывая местные красоты, темноту, почему-то мне кажется, что... Я не знаю почему, но у меня лютое подозрение на то, что здесь скоро будет Людвиг. Не спрашивайте, почему я так думаю. У меня просто это в голове играет. О, нашел один из рубильников. Тут один из переходов. Варден Клифф. HPCC-034. Так, я его повернул. Снизили. То есть просто поворачиваешь и снижаешь, да? Ну, слишком простовато как-то, мне кажется. Там еще и дверь открытая. А, это я кук сделал. Aubrey,
Hero of the Aubrey? Day, Benny. The radio? Aubrey. Походу, Обри не знает, что мы его слышим. Ну и пусть не знает. Нам же легче. Что я здесь должен сделать? А, я должен как бы ее открыть. По факту не получится. По факту не получится, потому что не получится. Ага. Три двери. Полно мертвечины. Красота. И что я здесь должен узнать? О. Изучить. Незакрепленное колесо запасного клапана для регулировки давления воды, старое и покрыто ржавчиной. Спасибо. То есть у нас теперь еще уже предметы появились. Прекрасно. Ну, помимо дневника, но дневник какой-то МакГаффин. Ладно, давайте открывать. Это давление я снизил. Дальше что? Ага, мне надо брать, значит, это колесо и снижать везде давление. Все ясно? Принято. Эй. Почему я не могу его взять? Роуз, возьми его. Или мне нужно найти еще такие колеса везде и снижать давление? Да вы издеваетесь. Ну, ладно. Допустим, условность. Хорошо. Маленькая такая незначительная условность. Что мне с нею делать? Эх, ладно. Давайте войдем в эту дверь. Куда ты нас приведешь? О! Тут записка. Отчет технического обслуживания номер 2411. Вот это да. Просто поразительно, что вы продолжаете меня разочаровывать. Чаёчек глотнул для самоуспокоения. Передающие кабеля САР не должны подключаться к текущей системе управления. То, что кабель влазит в разъем, еще не значит, что он должен быть туда подключен. Две системы работают на абсолютно разных частотах. Это значит, что все показания мощности, собранные нами во время последней инспекции, можно засунуть в одно место, поскольку значения не верны, черт вас подери все. Как мы, черт возьми, будем поддерживать работоспособность Гелиуса, когда вы постоянно просираете любую возможность снять точные показания? Обязательная проверка систем и кабелей состоится во вторник в 21:00. Мы будем работать столько, сколько потребуется, чтобы каждый из вас глубоко осознал, как надо правильно подключить кабели. Обри Кинг, технологический отдел подразделения технического обслуживания. В общем, твои коллеги полные профаны. Как я понимаю, да? Соболезную, Обри. Come on. Так. Должен быть еще какой-то вентиль, да? Вот тут еще какой-то есть. Надо снимать их постепенно. Осторожно, высокое давление. Earned it, Penny. Earned it. Aubrey? Years of... Aubrey! Мне повезло. Вот, смотрите. Не, давай еще раз.
Вот, мы до серединки спустились, все это дело. Это ж хорошо. Это ж неплохо. Так. Отлично. Идемте теперь в ту секцию. Технически кажется в ту правильную секцию. Хотя мне бы не помешал бы лишний рубильник какой-нибудь. О, кстати, ребят, у нас тут новенький комментарий появился. Давайте-ка мы его сейчас зачитаем. Да, знаю, не по традиции, конечно, но все равно давайте посмотрим. Новичок пишет, конечно же, этот опенинг больше под ар подходит. Он написал к одному из наших музыкальных пародийных роликов. Согласен, не спорю. Но, с другой стороны, он все-таки хорошо смотрится. Так. Кстати, лайк. С моей стороны тоже. Как говорится, я читаю все ваши комментарии, ребят. Да, ребят, это не стрим. Я не веду сейчас стрим до 12 апреля из-за того, что у нас ограничены на Ютубе. Но я слежу за всеми вашими комментариями и их озвучиваю, даже если они появляются в процессе записи. Нам осталось с вами только найти, что еще повернуть бы. Ага. Тебя я не видел, по-моему. Отлично. Красота. Главное не наткнуться на то, что здесь всех перебило. Эта иммунка меня прямо с ума сведет. Вентиляторы. Какая-то темнотища. Хотя, с другой стороны, на Титанике, наверное, было еще темнее. Это не хочешь повернуть? Вроде тоже как бы... Нет? Неинтересно. Ну ладно. Ага. Что я еще не повернул? Может, есть какая-то деталь, которую надо взять? Тут есть одна зона, куда мы можем технически войти. Но там мы не можем ничего повернуть, потому что нет ручки. Приветствую. Ее даже за сюда достали. Кошмар, бедная женщина. О, подождите, тут две, что ли, машины? А, ну конечно. Сюда нужно еще одно колесо. А где оно? Никто не видел, не слышал и не нюхал. И где я вам это колесо найду? О, подождите, вот там свет. Чему бы здесь светиться чему-либо? Хотя это может... Это скорее отражение, это просто эффект отражения. Мне бы комментарий Обри по поводу каких-нибудь колесиков здесь. Бесит, что я не могу снять вот это вот запасное колесо. Буквально это меня бесит. Реально, я не могу его снять. Где мне найти запаску? Где? А, подождите, тут тоже еще какой-то. Я тоже надо повернуть? О. Я слышал какой-то звук. Ты можешь изъять это? Нет. Она не может его изъять. Она не может его изъять. А это дверь в секцию Кобры. Подождите, это машинное отделение? Ну да, это машинное отделение, туда я войти не могу. Нужно что-то, чтобы меня туда пустило, а такого у меня нет. О, в принципе, еще один подъем. Ну давайте поднимемся, я не против. По-моему, я эту вращал. Да, ее я уже вращал. То есть нам нужно до предела скрутить все это дело. Гелиос. Строительство будущего.
Ага, будущего. Конечно же. Вот мне очень не нравится, что здесь иногда все проседает. Хотя да, я выкрутил здесь все на максималочку. Вот есть такое, есть, есть и есть. Да уж. Не жужжи, муха. Вот в эту зону я уже который раз хожу. По кругу, по сути, здесь... Гордон Клифф везде нарисованный. Прощал. Мне надо еще что-то повернуть, что я не увидел. Но я не знаю, что. Может, где-то вот здесь есть что-то тайное, невидимое, неузримое глазом. Нет, тут только трупаки. Тут только трупачки. Здесь был только один винт. Вот он вот тут лежал. Все. Других винтов я не наблюдал. Снизьте давление воды, поворачивая правильный клапан. Я поворачиваю, но я понимаю, что здесь нужно повернуть все клапаны. То есть не вопрос в правильности клапана. Тут вопрос, наверное, и даже не в порядке клапана. Хотя, может, в порядке дело. Давайте вот это сейчас отвернем, чисто технически попробуем. Он же был первым у нас, да? А-а. Да, здесь дело именно все отвернуть. Потому что, видите, нужно, чтобы все было в зеленой зоне. В противном случае надо было бы... Наверное, я не знаю. Я реально не знаю, что здесь делать. Может, есть что-то, что я пропустил мимо ушей. Тут по трубу прошелся. Может, кто-то что-то видит? Я вот ни черта не наблюдаю. Консоль управления, движение. Как все подвисает же здесь. И куда бежать-то мне скажи тоже вот вопрос. Ну я, это уже записочки, которые мы с вами читали. Потому что вот в чем ее смысл? Вот смотрите, мы, по сути, ходим кругами. Мы заперты. Тут... О, подождите, может вот это что-нибудь из этого? А-а. Там пусто. Значит, не сюда. Эта красотка перекрыта. Нам путь к ней недоступен. Она под напряжением. И даже если бы не была, мы бы... Никак не смогли бы туда вставить винт. Потому что он не снимается. Мы поставили в одну точку и все. Значит, нужно найти запасные винты. Логично? Логично. Вопрос, где они? Где все вот эти ваши запасные винты? Вот тут еще что-то. Я не помню, я вращал? Вращал. Учитывая, что я из экстремально высокого в нормальное давление уже все перевернул, у меня вопрос, что я делаю не так? Реально, вопрос серьезный и важный. Что я, черт подери, вашу делаю не так? О, эта консоль загорелась. Возьми вот. Ладно, может они прикручены, согласен. Намертво прикручены, даже приварены. Электродуговую сварку уже к тому времени, по-моему, уже придумали у нас в моей области. Наверное, она уже распространилась в этой области. Может, нет? Я не помню, когда вот электродуговая сварка была придумана. Реально, я знаю, что ее придумали в моей области, где я живу.
Ну, я не помню год. Может, хорошо. Есть что освежить в памяти. Говорится, моя память, конечно, крепка, но не настолько. Вон там что-то. Я не помню, я вот то вращал, не вращал. Ладно, сейчас узнаем. Так, это вращал, значит, тот тоже. А, все, я вспомнил эту зону. Ну ладно, все равно прогуляемся. Мне просто делать больше нечего уже. Я не знаю, что мне еще вращать. Потому что смотрите, вот эту дверь я должен открыть. Может мне зажать? Нет, он не дает. Мы поставили этот руль, и все, и он не снимается. Может, его как-то вытаскивать надо? Может, эту кнопку нажать? Твою ж заразу! Не издевайтесь! Он тут все это время валялся? Он, мать вашу, тут все это время здесь валялся? Вы издеваетесь надо мною. Ну, ладно. I see green all over my senses here. The security door should be open. Just one more hurdle, and then we can get the hell out of this ship. All right, one more hurdle. What's up next? Well, you remember that malfunction in supersized electromagnetic distribution coil? Mm-hmm. It's... You know what? Some things just need to be seen. Come on through. Проходи. Продолжите движение через машинный зал, чтобы увидеть то, о чем говорит Бобрый. Продолжите движение. Легко сказать. Легко сказать, легко сказать. Упаков полно. И мне это не нравится. Здесь полно развилок, кстати, строго говоря, если уж на то пошли. Что мне тоже не нравится. И, конечно, я понимаю, это машинный зал, все такое. Меня это настораживает. Вы же понимаете? Вы же все прекрасно понимаете, о чем речь. Идемте наверх, посмотрим. Главное, чтобы там надо было видеть тебя. Хотя он хоть и любит подобные места. Я вам говорю, он живой. Но я это чувствую, вы поймите. Вот где увидели маньяка-убийцу, который просто вот умер в огне? Да не бывает такого. Помрет от чего угодно, но точно не от такого. Должна быть красочная смерть. Он же, извините, мать вашу, Джек-потрошитель. Людвиг и Джек-потрошитель, если точнее. Hello. О, вот теперь я чувствую нотки анабиоза. Ну ладно. И где мы? В известном помещении, да? Ладно, давайте я закрою лучше. Как говорится... Нет, с другой стороны, если она будет от чего-то убегать, лучше, конечно, чтобы было открыто. Ну ладно, помрем, так помрем. Ни карт, ни сообщений, ни черта. Supersized electromagnetic distribution coil. I'm gonna call it Fred. Придай? О, согласен, красивое название. По сути, это система переменного тока здесь. Oh, shit.
высота. As long as you don't get directly exposed to the shock wave, you should be fine. Good to know. You should be able to see me. I'm in the tall building to your right. See me in the window there, Rose? Где? Ага, вижу обрыв. You see that building on fire in the distance? That's where you'll find the emergency deactivation switch. Wait, all the way over there? At the other end? Yep. You want me to sprint there while Electromag something or other regularly fries the entire place? Yep. Да, да. I've been thinking about this part. If it's all right with you, I'll open the door on the left and just hide in the corner for a while, okay? Of course. I wouldn't want you screaming in my ear anyway. Как исчез, вы посмотрите на него. Прямо призрак оперы какой-то. Никаких документов, чтобы даже почитать. Ни на полу, ни где-либо еще. Гигантская распределительная катушечка. Вообще прекрасно. Может быть, дадите что-нибудь почитать напоследок? О, это ее чертеж? Ну, правильно, должен быть на месте. У меня... А, вот, есть что-то почитать. Технический отчет обслуживания 24.12. Заключение инспекции. Полный провал. Заметки инспектора. Представители Ворденклипа сказали мне, что употребление слова «придурки» в отношении сотрудников технического обслуживания идет вразрез с корпоративной процедурой развития лидерских качеств. Да пошла эта процедура к черту. Я в современном-то мире эту процедуру посылаю куда подальше. Хотя с Карадеги я соглашусь. Надо хвалить людей. Надо. Но! Но надо хвалить тех, кто это заслужил, а не по правилам этики. Поэтому в дальнейшем я воздержусь от употребления термина, описывающего эту команду. Вместо этого я буду использовать дефективные недоумки. Поскольку я клянусь, создается ощущение, что вы намеренно пытаетесь доконать меня. Вот лишь некоторые примеры из множества нарушений, выявленных во время инспекции. Выгоревший предохранитель на панели безопасности номер 122B. Расплавленный предохранительный штифт в распределительном узле номер 4. Неисправный высоковольтный кабель между Т3 и Т4. Нагнетающий насос номер 26 нихера не работает. Предохранительная коробка 14L не содержит запасных предохранителей, а только туалетную бумагу. Стоп. А на кой черт они туда ее вообще засунули? Отсутствуют термостаты в 3 из 4 накопительных резервуаров. Насос 34W травит гидравлическую жидкость. Травит именно. Кошмар. Отсутствует множество колес клапанов для регулировки давления. Полный список обнаруженных дефектов прибит к кофемашине в кафетерии. Так получилось, что я подскользнулся с молотком, прибивая список дефектов. Так что, похоже, на этой неделе вы будете проводить обслуживание без обычной дозы кофе. Поблагодарите меня позже. Обри Ким, технологический отдел подразделения технологического обслуживания. Молодец, Обри. Я бы еще, конечно, бы, если там у тебя мужчины, каждому подбивал бы кое-чего. Если женщины, в принципе, то же самое сделал бы. Правда, пришлось бы звать зоологов вместо. Потому что до... Если мужских яиц добраться еще легко, то до женских сложновато. Вот чтобы они понимали, что значит нормальная работа. Реально, кошмар. Как вообще, я теперь сам удивляюсь, как Гелиус до сих пор живет. Ну ладно. Мне надо прятаться, видимо. Ну что ж. Я сгорел. Под эпичную музыку. Ну, слушайте, я, по-моему, мы сейчас с вами будем добивать этот уровень. Так, ждем.
Эта штука, я заметил, не прошла сквозь металл. Давай, стреляй. Надо посмотреть, что она еще не затрагивает. Там человек был, он помер. Ждем. Обри, можешь выкрикивать? Мне нужны твои глаза. Причем, посмотрите, какие масштабы. Это невероятное зрелище. Так, куда мне? Куда получается? Ну, давай уже спускай. Я побегу туда, как только пройдет эта волна. Да. Сюда. Здесь ничего нажимать не надо. Бежим дальше. Подождите. А почему я помер-то? Я же спрятался. Так. Так. Минутку. Ой, я застрял. Здесь я застрял. Но тут есть точки сохранения. Видимо, на точках смертей есть точка сохранения. Это меня успокаивает. Слушайте, это меня радует даже отчасти в каком-то смысле. Не туда надо, как я предполагаю. Надеюсь, что я не ступил. Нам повезло, ребят. Здесь была хорошая защита. Так, и куда мне теперь идти? Вот вы мне скажите, Обри. Наверное, сюда куда-то, но я не знаю точно куда. Наверное, вон там можно спрятаться технически. Ладно, ждем. Ждем. И как главный герой до сих пор так будет бегать, я не пойму. Ну, это как кейк-покер, по сути, да? Значит, не сюда. Так, а куда тогда? А куда, я вас спрашиваю?
Так. Стоп. Нас сейчас зажали. Я не знаю, что случилось. Я понял, что нужно нажимать на рычаги. Первый зажат. Сейчас мне надо спрыгнуть и спрятаться. Спрятаться за колонной. Она пройдет. Я поднимаюсь наверх. Нажимаю на второй рычаг. Думал, выжили, встали, но нас сейчас тут же оглушило это заразно. Так. Получается, мне теперь вон туда, да? Ждем. Давай уже. Should I know? I pulled the damn thing. Did it work? Just a moment. I think you did it, Rose. Ugh. Ooh. God. I can't believe it. You did it. Woohoo! I'm going to live. Hey. So Aubrey, how about we finally get off this godforsaken thing? I'll do that. Хорошо. Эта штука меня не сожрет. Да, до скорой встречи. Сейчас Обри встретим, все будет хорошо. Ой. Подождите, вот здесь я и был, да? Это было тупо. Я знаю, это было тупо. Я заблудился. Вот мне хотите. Главное, чтобы не пришлось сейчас опять бегать от точки восстановления. Ага. Подождите, то есть она реально должна была здесь как-то перепрыгнуть? А как? Нет, реально, она здесь должна была, видимо, прыгать. Но я не представляю себе, как даже. Так. Я себе реально ничего не представляю, народ. Кошмар какой-то. С другой стороны, я нашел универсальный телепортатор. Давайте пойдемте к Обри.
закончим эту главу и на хорошей ноте пока закончим сегодняшний вечер. Та-та-та. Обри, я бегу к тебе. Вообще будет забавно, если они вместе выберутся. Обри? Обри? Он, скорее всего, на верхнем этаже. Where are you, Aubrey? Let's go! Отчет техни... О, у нас достижение Aubrey Lycrand. Отчет технического обслуживания, памятка подразделения. Было бы весело, если бы не было так грустно. С момента моего перевода из отдела исследования погоды 8 месяцев назад я не провел ни единой инспекции, не выявившие серьезные нарушения системы. Я постоянно слышу о проблемах техники безопасности. Если вам удастся сохранить работоспособность... А, подождите, так он... А, он живой! Так это вот с кем мы говорили. Обри Кингом! О, так он глава системы безопасности, службы технического обслуживания. О, красота! Я постоянно слышу о проблемах техники безопасности. Если вам удастся сохранить работоспособность машинного зала в течение недели без какого-либо нового стихийного бедствия, мы сможем получить бюджет, чтобы позаботиться о вашей параноидальной технике безопасности на рабочем месте. Для тех, кто это, кого это интересует, похороны в море нашего коллеги Майкла Дженсона состоятся в среду в 2 часа. Это все. Технологический отдел подразделения технического обслуживания Aubrey King. Все документы найдены. Бедный Обри. Он мучился с этими деградантами здесь. Каждый раз мучился с электропроводкой, с щитами электрическими. Как мне только теперь к нему пробраться? Там обход, что ли, какой-то есть, я не понимаю. Ладно, сейчас обойдем. Какие коридоры, мне это не нравится. Никогда не любил коридоры, вы знаете меня. Come on, Aubrey. Let's go already. А Aubrey наверху. Aubrey. Aubrey? Нет, не похоже, что это он. Это его коллега. Она здесь. Это театр. Он... Карта Гелиуса. Карта-схема хирургической комнаты, где была заперта Ада. А. Hello, Rosie. Да... Больной, что ли? Обри, ты спятил, что ли, совсем? I tried to tell you. I really did. I'm a liar, Rose. I've heard everything, every word, since you came aboard. From your first conversation with Ada, to the last words she ever spoke. I even listened in on your conversation with Aubrey. Nicola. What? It wasn't Tesla's lockdown that was jamming your sister's broadcasts. That was another lie. Это тоже была ложь. Это он сделал. Я перевожу то, что он говорит на английском. Because she took everything from me! Everything! I hate his attention! I hate his respect! But she took it all!
Серьезно? Ну, он выбрал это все. Он забрал это все. Now the time has come to take back. Starting with these. If you do this, I will kill you. Is that a promise, Rosie? Scout's honor. Дает слово. You forget that just like I led the exotic energy to the surgery room of your sister, so too am I leading exotic energy to you. Даже ты научился ей управлять? You better hurry. Those things will be here any minute. Benny here will keep you company. Ой-ой-ой, вы что, спятили? Больная зараза. И что поделать? Ой-ой-ой-ой. Я помер, что ли? Надо уходить. Надо уходить. Давай, Рузи, двигайся. О, нас догнали и прибили. Я надеюсь, хотя бы двери будут оставаться открытыми. Красота. Нас опять здесь, опять делает засос гребаная иммунная система. О, спасибо за открытые двери. Я этому очень благодарен. Я бы закрывал бы двери, но это вряд ли поможет. Отстань от меня. О, это что-то новенькое. Привет. Ой, красота. Теперь мы видим, как нас жил. Или мне надо закрыть дверь за собою? Я не вижу никаких рубильников. Ой, привет. Тоже как бы я была. Спасибо. Привет. А что остальные не идут? Что только один? В общем, надо как-то уходить от этой заразы. Ну, я не знаю как. Ладно, уходим, уходим, уходим быстрее. Двигай, Роуз, двигай пулками. Ой. Спасибо, Тесла. Нас Тесла спас. Никола. Спасибо. It's going to be okay. They're gone. It's going to be okay. У нас спас Никола Тесла. Смотритель судна. Закончена 7 глава. Монорельсовая система Гейса. Слушайте, нас спас Никола Тесла. Нас спас, мать твою, Никола Тесла. Можешь назвать... Я даже не знаю, как это назвать сегодняшнее прохождение. У меня вот прямо в голове все расплывается. От идеи назвать сегодняшнюю запись «Цветы Персефоны». Персефона, женушка Аиды. Сада. Ну, это мы оставим на завтра. Да. На завтрашнее утро. Так. Ну-с. И так, ребят. Нам с вами вообще прям повезло сегодня.
Ой, Обри оказался тем еще мудилой. Людвиг просто курит в сторонке. Никола Тесла как не оказался трусом, он наоборот нас спас. Черт, он расчищал корабль, как я так полагаю. Ходил просто и чищал от этой бунки. Просто занимался зачисткой от этого карантина. И все. То есть, по сути, Никола Тесла единственный, кто спасает это гребаное судно. Ну, хотя его, можно понять, это же его судно. Тут, извините за выражение, хозяин. Кто еще будет спасать свое собственное судно, как не капитан? Его можно понять. Вообще прямо, вообще сегодня красота. Что ж. Ну, я, наверное, все-таки, может быть, назовем не в честь пока... Или, может, назовем «Нашли Теслу». Да, наверное, в поисках Теслы, да. Шикарно. Хотя у меня нету Теслы, но нашли его главное устройство. Ну ладно, разберемся с названием и разберемся с заставкой, реально. Даже пока не знаю, что взять. Ну, разберемся. Но я надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение, ребят. Если да, лайк, подписочка на канал, а также комментарий к этому видео. Мне будет очень приятно, ребят. Я озвучиваю все ваши комментарии, которые появляются, и сегодняшний день был не исключением. Еще раз спасибо за комментарий от новичка. Реально, было очень приятно читать. Тем более, появился он в ходе записи, так что есть повод посмотреть, где конкретно, если вы смотрите это уже в финалочке. Реально. Большое спасибо за ваши комментарии, ребят. Мне очень приятно их читать. Это очень греет, можно сказать, душу или сердце. Хотя сердце у меня каменное. Что ж, всем удачи, будьте здоровы, берегите себя. И будьте, как говорится, с нами на нашем круизном борту на Гелиосе. Тем более с нами компанию разделяет теперь сам Никола Тесла. Почему бы не порадоваться этому прекрасному событию, этой прекрасной встрече. Что ж, желаю всем удачи, будьте здоровы и всем хорошего вечера. Увидимся с вами в следующем прохождении Close to the Sun на борту Гелиоса. С вами был Альберт Вескер, глава Umbrella Tech Incorporated. До скорой встречи. Пока-пока. Еще увидимся.